Сегодня глава региона Александр Карлин находится с рабочим визитом в Бийске. На месте работает наш корреспондент Николай Тихонов. Николай, вам слово. Добрый день, коллеги. Мы продолжаем свою работу в Бийске. Сегодня здесь находится губернатор Александр Карлин. Он уже успел осмотреть строящийся автотуристский кластер «Золотые ворота». Затем глава региона проконтролировал строительство нового детского сада на 200 мест. Он рассчитан на 8-бальное землетрясение и поэтому строится с учетом сейсмичности нашего региона. Следующая точка, где побывал губернатор, это новостройка, в которую переселили бийчан, которые долгое время жили в аварийных домах. 148 квартир в этом доме находится, и 145 из них будут как раз предоставлены этим переселенцам. Я еще раз хочу констатировать, что городом Бийском мы занимались, я, мне кажется, достаточно убедителен перед вами в том, что мы уже сделали, и мы будем заниматься впредь, у нас есть замечательные проекты. Напомню, что в 2014 году Бийск пережил катастрофическое наводнение, и как раз строительство этого гидротехнического сооружения во многом позволит защитить город от стихии. Ну что же, коллеги, мы свою работу в Бийске продолжаем. Ждите от нас подробностей к следующим выпускам. Коль, спасибо. Ждем от вас других подробностей. Мы продолжаем.